Мерятся в силе и сноровке, в ловкости и выдержке – давняя традиция казаков. Их умения столетиями закалялись в бою. Сегодняшние казаки чтут обычаи своих предков и передают из поколения в поколение свои навыки. Тому подтверждение – открытый традиционный турнир по боксу на призы атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглова, на котором славянцы одержали блестящую победу. Юные жители нашего города и района знают и чтят историю своей страны, своего родного края. Свято хранят традиции своих отцов и дедов. Казаки, ветераны, педагоги воспитывают нынешнее поколение на богатом историко-культурном наследии кубанского казачества. Большое внимание в районе уделяется спорту. Это как метод воспитания подрастающего поколения. Мы воспитываем будущих защитников нашей Родины, чтобы они были ловкими, смелыми, вот, могли постоять за себя. Поэтому ежегодно в районе проводится более 10 крупных спортивных мероприятий. Это спартакиады, казачьи игры, малые и юношеские казачьи игры, на которых участвуют и взрослые казаки, и учащиеся. Для юных казачат турнир по боксу на призы атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглова – состязание значимое, где для победы важно проявить ловкость, выдержку, закалку. Соревнования проходили в станице Калининской. В них приняли участие ребята 13-14 лет со всего Краснодарского края. Команду нашего района представляли 10 воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Триумф» под руководством тренера Никиты Трофимова. Турнир как бы давно ждали, давно соревнований у нас не было. Как бы ребята очень соскучились по соревнованиям, как бы хотелось поучаствовать им в боях. К турниру как бы были готовы, у нас не было, то есть отдыха. Ну, регулярно тренировались. В принципе, показали хорошие результаты. Результаты действительно оказались хорошие. Наша команда в неофициальном зачете заняла первое место. 5 человек в своих весовых категориях стали победителями. Среди них Вадим Аулов. Как говорит юный спортсмен, соперники были серьезные. Но благодаря упорным ежедневным тренировкам ему удалось показать лучший результат. Как говорил великий боксер, говорили, что самая трудная подготовка к бою – это тренировка, а самая легкая – это бой. Так что бой был самым легким, но не как бы не очень легким, такой упорный был бой. По итогам соревнований славянцы были награждены грамотами, медалями и сладкими призами. А участие в турнире по боксу на призы атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглова стало для ребят возможностью прикоснуться к истокам своей культуры и истории. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».